За кресло губернатора Ярославской области будут бороться 5 человек. Такое количество претендентов на высокий пост сегодня зарегистрировал областной избирком. На предстоящие выборы, которые состоятся 10 сентября, идут представители 5 политических партий. Это Дмитрий Миронов от «Единой России», действующий глава области, Андрей Ватлин от ЛДПР, Кирилл Панько, коммунисты России, Михаил Парамонов, КПРФ и Сергей Балабаев, Парнас. Эти кандидаты представили все необходимые документы, в том числе подписные листы муниципального фильтра. Олег Виноградов от партии «Яблоко» документы не сдал. На мой взгляд, они представляют как раз достаточно широкую палитру политических партий, поскольку это партии и парламентские, и непарламентские. Есть такое выражение, которое мы можем использовать. И, собственно, это позволяет надеяться на то, что у избирателей будет достаточный выбор для того, чтобы определиться с тем кандидатом, который наиболее симпатичен. По мнению экспертов, предстоящие выборы губернатора требуют пристального внимания со стороны общественности. Для этого буквально на днях при региональной общественной палате были созданы специальные рабочие группы по мониторингу избирательного процесса. Задача, конечно, заключается в том, чтобы обеспечить мониторинг, привлечь максимально граждан и убедить, в общем-то, наше население в том, что выборы могут быть и должны быть честными и открытыми. Напомним, выборы губернатора Ярославской области состоятся 10 сентября. Александр Захаров, Денис Лосев. День в событиях.